you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хочу показать вам канал бывшего администратора Amazing Roleplay Бабай Гейм. Он снимает видеоролики по Радмир, по Amazing Roleplay, снимает будни девятки, также снимает на Мальск, поэтому обязательно подписывайтесь. Также в честь 100 подписчиков на его канале проходит конкурс. Первое место — это Mercedes V124 Волчок. Поэтому участвуйте, давайте поможем ему набрать 300 подписчиков, я думаю, он будет очень доволен. Поэтому подписывайтесь, смотрите его видеоролики и ставьте ему лайки. Давайте поддержим парня. Повторю ссылку в описании. Подписывайтесь, сам смотрю каждый видеоролик. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. Мой не Кирилл Путбулови. И сегодня я решил провести такое расследование. Необычный ролик, я думаю, для вас, в принципе. Решил пройти расследование и узнать, сколько зарабатывает мафия. Я, в принципе, говорил в видосах, типа, про... Кто смотрел, какие фракции лучше, гостники, либо бандиты. Я там говорил насчет этого, что, типа, мафия бабоса рубит. И сегодня я решил провести такое расследование. Мы узнаем, сколько же они рубят бабосов, пацаны. Узнаем... Я к ним проникну и посмотрю казну у них, так сказать. Общак, сколько у них там баблишка. Главное, чтобы меня не захуярили, потому что я уже отсюда вижу ОМОН или что там. Так, друг, два, давайте наркоты въебем. И отъедем вот сюда. Я свой мерс здесь кину, в принципе. И попробуем сейчас проникнуть к ним и узнаем. В принципе, у меня скин похож на мафию, может... Меня как бы стрелять не будут, хотя, блядь, я в этом не... Но буду надеяться на то, что меня все-таки не убьют. Бесит меня такая хрень бывает, когда я снимаю, у меня игра бывает сама по себе сворачивается. Только что такая хрень произошла, и реально это меня, блядь, бесит. Это моя машина, чувак кричит. Так, тихо-тихо, вон они там что-то делают. Так, давайте проникнем к ним в... В принципе, в мафию. Блять, у меня еще наркоты. Так. Так, так, так. Я вон их вижу. Поэтому давайте по-тихому проникнем к ним. Чтобы все было четенько. Так. Вижу какого-то гостника. Блять, еще бы. Я помню, что это сюда идти нужно. Так, потом где-то вниз сюда нужно спуститься. Только, бля, я не вижу, куда именно нужно, блядь. Сейчас наркотики пройдет и, в принципе, найдем их не общак и посмотрим, сколько сначала у итальянской мафии денег, потом у русской. Так, вот их общак, и у них здесь 7 534 000. Но нужно учитывать то, что еще лидеры, они снимают бабосы, поэтому здесь могло быть больше денег, я уверен. Но, бля, лямов 10 как минимум, понимаете? У них 8 всего бизнесов, я думаю, у русской мафии будет все поинтереснее, потому что у них 92% бизнесов. Поэтому, я думаю, у них бабосчиков будет намного интереснее. Так что, в принципе, в итальянской мафии мы узнали, сколько бабосов. Сейчас мы поедем и узнаем, сколько бабосов у русской мафии. Будет, наверное, в 3 раза больше, либо, может быть, меньше, но... Главное, чтобы лидер бабоса не снял. А так мы узнаем, сколько там все-таки бабок. Так, давайте выйдем. Так, надеюсь, меня не захуярят. Так, давайте выбежим сюда. Типа, как ничего не бывало, выйдем сюда, в принципе, посмотрим. Так, здравствуйте, здравствуйте. Я побежал дальше. Спасибо. Возьму свой Мерседес и поедем сейчас в русскую мафию. Узнаем, сколько у них там бабок. Потому что, понимаете, у них 92% бизнесов. Там как, блядь, в 20 раз должно быть больше денег, чем сейчас у них. Понимаете, это 100%. Потому что им, по идее, каждый раз капает. Я помню, как я смотрел, прям при мне бабосы капали. Не знаю, может сейчас в русской мафии так будет. Но в русской мафии прям при мне бабки капали. Сейчас мы, в принципе, вы и я увидим, сколько там у них денег лежит. В том еще прикол, что лидеры могут распоряжаться этими деньгами, как хотят.
могут себе машины покупать, бизнесы, понимаете, и так далее. Они могут этими деньгами распоряжаться как угодно. И это реально круто. Конечно, чужие деньги считать это некрасиво, но у нас будет такой эксперимент небольшой. Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес — это столовая в ПГТ Батырева. Найти его можно через GPS, 6 раздел и 9 бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырева «Юность». Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные. Вход, конечно же, бесплатный. Буду ждать всех. Приходите в мою столовую и кушайте. Так что обязательно приходите в мою столовую, не пожалеете. Посмотрим, сколько все-таки лидеры мафии рубят бабосики. Сколько все-таки они рубят. Кстати, они находятся не очень таки далеко друг от друга. У них происходят капты за бизнесы, понимаете. Вот почему лидеры мафии так рвут жопу просто за эти капты. Потому что бабосы им капают за это, понимаете. Финка, там 30, я не помню, или 50% финки от бизнесов идет в общак мафии, ну, который крышует этот бизнес, понимаете? И от этого бабосы идут мафии. Когда только мафия была, лидеры столько бабосов реально рубили. Там еще, я помню, баг был, что на бизнесах баганулась финка, и на счету ОПГ, по-моему, на счету ОПГ, солнце когда-то, я не помню, каком именно сервере, было там около 100 миллионов, может даже больше, я точно не помню. И просто чуваки продавали верты, прикиньте, сколько они бабок заработали. Реально, я помню, такая история была, я скрин даже видел, помню. Ну это нормально, ладно. Это нормально. Давайте спустимся, у них там, в принципе, они заняты, у них там пизделка. Ну а мы приехали, чтобы узнать финку. Узнать финку, и сейчас мы, в принципе, ее узнаем. Посмотрим, сколько они рубят бабок. Так. Вот, вход у них здесь. Я, бля, кстати, когда только мафию добавили, я не знал, где русская мафия, где-то месяца два, где у них вход. Серьезно, я просто не знал, где у них вход здесь. Реально, он, блядь, так спрятан, пиздец. Значит, заезжайте через центральный вход, блядь, ну вы найдете. Серьезно, так. Сколько? А, 10 лямов лежит, да? Ну да, вроде. Видите, прям при мне бабки капают, смотрите. Бля, там 100 лямов или... А, 10 лямов, блин, я думал 100 лямов, серьезно. Я думал 100 лямов, видите, прям при мне бабосы им капают. Да, немного, но по чуть-чуть, потихонечку, видите, капают бабосы, вот. Потихонечку капают. 10 миллионов лежит, и лидер может их снять и купить себе любую, ну серьезно, он может с ними сделать все что угодно, лидер. Видите, у них 91%. Стоп, а где тогда 1%? Если там было сколько? 8%? А здесь 91%. Что за бред? Серьезно, куда 1% девался? Реально, видите, у них 10 миллионов здесь лежит бабла. Видите, бабосики прям при мне капают. Потихонечку, ну за сутки сколько, я не знаю, сколько за сутки будет. Ну, думаю, за сутки... 1000, наверное, 500, может быть, будет за сутки, я точно вам сказать не могу, но думаю, блин, за сутки 1500, я думаю, может и будет. Напишите в комментариях, как вы думаете, либо кто точно знает, сколько за сутки вот мафия русская рубит бабок. Ну, у них, конечно, немного больше денег, ну, 10 миллионов у них, да. Блядь, я сначала подумал, что 100 миллионов, я думаю, нихуя себе сначала. О, начали быстрее, видите, капать бабосы. Вот так. Ой. Кто-то меня спалил, походу, да? Вот, 37 тысяч уже. Ну, бабосы реально капают быстро. Это все от финки зависит. Реально, сейчас может казики кто-то играет, и сейчас здесь будет бабок до хуища, понимаете? Но 10 миллионов здесь у них лежит. Конечно, такое немного расследование провел для вас. Конечно, вы сами могли приехать посмотреть, но... В принципе, мне самому было интересно, как бы, я на самом деле об этом не задумывался. И вот решил записать такой видеоролик, сколько же они рубят бабок.
У них 10 лямов лежит. Он может их потратить куда угодно. Лидер. Реально. Можете верить, может нет, но это так и есть. Что бабосы перестали капать. А, вот. Пошел обратно. Ну, бабосы им капают, в принципе. Я думаю, даже очень неплохо. Так, надо птицу словить. Птичка, стой! Улетела, скотина. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли суть этого видеоролика. Ну, в любом случае, русская мафия больше бабок, как бы, тянет с бизнесов, чем итальянская. Конечно, если посмотреть по общаку, то разрыв всего лишь 3 миллиона, да? Но на самом деле, я думаю, лидер все-таки русской мафии снимает бабосики. И там, если бы он вообще не снимал бы, то там бы я лежала бы очень даже приличная сумма, я думаю. Поэтому все, в принципе, четенько. Все, в принципе, четенько. На этом я буду заканчивать. Был такой коротенький видеоролик. Я вам, в принципе, показал, сколько зарабатывает мафия бабосов. Я думаю, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт, ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from